однозначно сказать, что дорога обалденно красивая. То есть становится все красивее и красивее. Я надеюсь, что по мере приближения и заезда в Австрию мы будем все больше и больше радоваться краевидам. Ну и вот такой вот сюрприз ждал только что. Только закончил я съемку. Ладно, тебе, пожалуйста, едешь. И такой вот замок на горе. Или что это? Не замок, может быть. Я уже не помню, какой тут городок. Не смотрел я это все по карте заранее. Особо не готовился тщательно. Не продумывал маршруты. Поэтому вот есть такие сюрпризы. Сейчас мы вот здесь его посмотрим. Во. О, и какая-то еще гора. Подъезжаем к Австрии. Как и в Польше, такие вот круги очень небольшие. Это я так медленно, потому что у меня тут моноколесо туда-сюда колбасится. Вот оно лежит, поэтому мне нужно медленно очень проезжать. Так, наверное, прямо. А вон, кстати, этот